Бывший пресс-секретарь губернатора Алтайского края Андрей Липунов планирует перейти на работу в ОКЗС. Об этом сообщает Политсибру. Согласно инсайдерской информации, Липунов подал документы на должность начальника информационно-аналитического управления аппарата Краевого законодательного собрания. В телефонном разговоре с нашим корреспондентом Андрей Липунов не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Без комментариев таким был его ответ. Напомним, об уходе Липунова из правительства края стало известно 2 октября. Он написал заявление по собственному желанию, а уже завтра к работе в новой должности пресс-секретаря губернатора края приступит Дмитрий Негреев, который ранее был главным редактором Сибирской медиагруппы.